В Барнауле за неделю планируют собрать более 250 литров крови. Донорская акция среди студентов вузов и колледжей региона «Стань донором, спаси жизнь» стартовала в понедельник. Уже в первый день к ней присоединились 115 человек. Врачи говорят, что кровь никогда не бывает лишней, в ней всегда есть острая необходимость. Стать донором может абсолютно любой студент, но нужно быть здоровым и правильно подготовиться. Как правило, мы ориентируем на сайт Я.Донор.ру, в котором есть вся информация, как подготовиться к кроводаче, как себя вести в день донации после. Но завтрак обязательно. То есть это вы не идете не сдавать клинические анализы крови, это донорство. Всем донорам выдается компенсация на питание – 460 рублей, а также справка на день отдыха. Мобильная станция будет работать на площади Сахарова до конца недели.